Не завидую я болельщикам на трибунах и стадио Бенито Вильямарин. Погода сегодня дождливая, и, похоже, матч будет непростым для обеих команд. Меня зовут Георгий Черданцев, и сегодня вместе со мной работает Константин Гирич. Вашему вниманию прямая трансляция «Ла Лиги Сантандер». Это «Реал Бетис» против «Атлетико Мадрид». Спасибо, Георгий. Думаю, хороший футбол мы сегодня должны увидеть. Обе команды готовились к этой игре и постараются сегодня взять 3 очка. Будет ли это просто или нет, мы узнаем. Но точно будет интересно. «Атлетико» забил больше всех в этом сезоне. Это самая результативная команда лиги. Конечно, попробует свое звание одной из самых забивных команд в лиге в очередной раз подтвердить. В общем, я думаю, матч будет сегодня очень увлекательным и интересным. Стадион Бенито Вильямарин, домашняя арена Бетиса из Севильи, один из крупнейших испанских стадионов. Он вмещает 60 тысяч зрителей. Такой вместимости удалось достичь не сразу. У стадиона было аж 7 реконструкций. И в ходе последней в 2016 году была заново построена южная трибуна, благодаря чему стадион Бетиса стал третьим в Испании с полностью сидячими трибунами, вместимость которых минимум 60 тысяч. Лучшим бомбардиром в истории «Атлетико» является Луис Арагонес, известный современному болельщику, в основном как легендарный тренер, создавший непобедимую сборную Испании. Помимо тренерского гения, он также был настоящей легендой «Атлетико» и забил за мадридский клуб 173 мяча. К сожалению, не так давно Луис Арагонес ушел из жизни. Первый тайм начался. Кристиан Телью. Атака продолжится через фланг. Хорошо, он мяч сохраняет. Набиль Фекир. Ну, решай же! Отражает удар «Облак». Не удается удержать мяч Месси. Кристиан Телью. Отличная возможность забить. 100-процентный, казалось бы, шанс. Удар с такой дистанции. И он не использовал. Тренер вон за голову схватился. Был абсолютно уверен, что сейчас будет гол. Месси. Анхель Корре. Лионель Месси. Свисток промолчал, значит, можно продолжать игру. Набиль Фекир. Вильям Карвалью. На фланге мяч. Есть свободное место перед игроком. Есть штрафной адресат. И навес нужен. Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то выронил по дороге. Штрафную мяч подает он. Мяч у вратаря, все в порядке. Анхель Корре. «Атлетико» атакует через фланг. Там есть свободная зона. Мяч в середину штрафной идет. Великолепен защитник сейчас. Спас команду он этим действием. Лукас Торейра. Пас на Луку Модрича. Могли забить, если бы не защитник. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Из-за боковой мяч будут вводить в игру. Коке. Лионель Месси. Опасно это будет. Надежно играет вратарь. Далее у нас угловой.
И прямо в центр штрафной полетел мяч. Это офсайд, а так и закончено. Родригес. Пользуясь случаем, поздравляем его с днем рождения. Эмерсон. Набиль Фекир. Родригес. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Анхель Корреа. Есть вариант развития атаки. Бей и выводи команду вперед! Есть первый гол в этом матче. Посмотрим, что будет дальше. Всю свою силу, похоже, он в этот удар вложил. Очень мощно по мячу зарядил и отправил его точненько в ворота. У голкипера не было никаких шансов. Не берущийся удар. Один ноль в нашей игре. Марка el Atlético de Madrid. Con el 4, Correa. Сидней. Фекир. Вильям Карваль. Набиль Фекир. Хорошо мячом владеют. Уверенно они позиционно играют. Выбивай! Кристиан Тельо. Высоко они играют сейчас. И мяч перехватили. Мяч у соперника. Месси. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Есть еще возможность провести контратаку у команды. Потащил один удар, но может быть и второй. Большую часть времени мяч находится у игроков Бетиса. Он у них здорово держится, только вот моментов что-то они пока не создают. А именно этого, ну и конечно забиток мячей, ждут от них болельщики. Они ждут свой шанс. Уверенно мяч держат. Набиль Фекир. Мяч на дальнюю идет. Ужасное исполнение. Вратарь с мячом. Кокер. Лука Модрич. Анхель Корре. И как пробил. Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Из-за боковой мяч будут вводить. Очень выгодный момент упустили они, и болельщики чувствуют, что сейчас они как никогда нужны своей команде. Отлично их слышно, и это может помочь их команде забить. Луис Суарес. Да как он его взял, а? Это невероятное что-то! Центр штрафной, мяч с углового летит. Вот поточнее сыграть бы. Ну, в другой раз. Сейчас он хорошо пробил головой, но мяч прошел выше ворот. Теряет мяч Луис Суарес. Лука Модрич. Суарес. Модрич. Неудачный пас Модрича. Мяч перехвачен. Есть место на фланге, чтобы пройти. 1-0 после первого тайма.
Начался второй тайм, и после первого Атлетика выигрывает. Лукас Торейро. Филиппе Монтейро. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. И мяч переходит к другой команде. Так и надо было сыграть. Выносит он мяч. И на фланг он пасует. И с мячом он идет вперед. Без мяча они остаются. И пас перехвачен. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Здорово сейчас может контратака пройти. Скидка назад. Поймали соперника на контратаке и наказали за беспечность в обороне. Завершение не подвело. Отлично сыграли. Повтор гола. Очень хороший пас с откатом назад у него получился. А забить уже было просто. 2-1 они вышли и спокойно раскатали. Два-ноль счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Вильям Карвак. Тут преимущество у команды, поэтому судья игру не остановил. Арбитр вынужден остановить игру. Команда не воспользовалась шансом развить свою атаку. Стюарт Армстронг. Эмерсон. Фикир. Отличный прием. Так держать. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Очень вовремя он сыграл на перехвате. Здесь он попадает под прессинг. И у соперника теперь мяч. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Стюарт Армстронг. Пас он умеет играть, и сегодня очень хорошо это делает. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Браво, защитник! Набиль Фикир. Могли забить, если бы не защитник. Будет штрафную подавать. Так, стоячих обходит он защитник. От ворот будут мяч вводить в игру. Команда проигрывает, тренер то ли кем-то недоволен, то ли хочет добавить перца в игру. Уходит он на замену. Хороший матч провел. Тренер, видимо, решил дать ему отдохнуть. Отличный отбор, но кому достанется мяч? И пробил. Ну куда ж ты бьешь так, эй? Сложно сказать, но точно не в створ метил. Лукас Торейро. Луис Суарес. Коке. Суарес. Месси. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Получится у них контратака здесь. Основное время истекает через 20 минут. Один из лучших по игре в пас он сегодня. Набиль Фикир. Родригес. И мяч потерян.
Луис Суарес. Мяч в сетке. Гол Атлетико. Ну что, хороший мы увидели гол, красивое исполнение и высокое индивидуальное мастерство. Да, очень смело здесь сыграл игрок, он взял инициативу на себя и, как мы видим, не прогадал. Ну что же, они полностью заслужили сегодняшнюю победу. Атлетико де Мадрид. Con el 9, Луис Суарес. Сидней. Хорошо мячом владеют, уверенно они позиционно играют. Очень хорошо он игру читает, мастерски. Все возможности для контратаки перед ними. Не получилась эта контратака, потеряли они мяч. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Перехват и контратака. Коке. Лионель Месси. Можно продолжать игру, чисто сыграно. Наставник домашней команды готовит замену. Ждет свистка арбитра игрок, стоит на кромке поля. Те, кто ведут, похоже, не хотят, а те, кто отстают, похоже, не могут. Не думаю, что последние минуты принесут нам какую-то детективную интригу. От Суареса мяч, уходит соперник. Набиль Фекир. Вильям Карвалью. Поточнее бы сыграть сейчас. И мяч на фланг отправляется. Отражает удар Облак. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. И мимо ворот мяч идет. Да, и стоит все-таки отметить действия команды в обороне. Они помешали пробить точно. Свежие силы выпускает на поле тренер. Sale del partido con el 10, Leo Messi, y con el 5, Torreira. Le sustituirá con el 7, Joao Luka Félix. Modric. Y con el 25, Luis Suárez. Felipe Monteiro. Коке. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Две минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Играет он на партнера. И пойдет он дальше сейчас. Очень хорошо защитник в этой ситуации разобрался. Модрич. И на этом все на сегодня. Сильнее в этой встрече оказался Атлетико. В атаке они сыграли сегодня выше всяких похвал. Образцовый матч для нападения победителей. И кошмарные 90 минут для проигравших. Por su tiempo. Le agradezco que haya aceptado contestar a estas preguntas.
Muchas gracias por su tiempo.